пообщались с твоим тренером и поняли, что очень тяжело сейчас у тебя период, действительно, привыкание от 10 километров к 20 к новой технике. Какой по счету это старт для тебя на 20 километрах? Если считать международные старты, то это был третий старт. Не все получилось, что задумали, наверное, но все-таки мы готовились, это был промежуточный старт в сезоне, и поэтому я думаю, что дальше будет лучше. Третий старт. Понятно, вот на чемпионате Европы в Берлине в 2018 году технически не все удалось, сняли, тебя дисквалифицировали за технику. Сейчас прошла достаточно чисто. Можно считать, что это такой шаг вперед? Ну, я думаю, да, потому что как бы этот сезон, ну, втягиваемся понемногу, и поэтому, конечно, хотелось бы выполнить норматив на Олимпийские игры, но будем планировать это в июле на молодежном чемпионате Европы. Для меня далось тяжело, потому что первый старт, который был, это был в прошлом году чемпионат мира команды. И поэтому эта борьба с лучшими легкоатлетками мира для меня было очень тяжело привыкнуть к этой конкуренции. Но сейчас как бы этот старт показал, что со всеми можно бороться и можно всегда выступать. Главное быть готовым к самому. Это километр после 12-го стало уже тяжело, так чуть-чуть подвязал и поэтому как бы проиграл много позиций даже в конце. Хотелось бы быть чуть выше в итоговом протоколе. А к Европе как будете готовиться, к молодежной? Будем готовиться дома, в Пензе, на споры не поедем. Дома истина помогает. Стартовать не будете уже? Нет, будем. В Пензе будет проходить чемпионат России, планируем выступить там. Я имею в виду, международных стартов не будет.